21:58. Так. Petir, go ahead. Penyuk says your boys aren't wearing their headgear. That's right, sir. Night vision's not safe with the lightning. Flash-blinded snipers would be useless to you. So how are we covering the parking lot? We've got extra men down there. It should be fine. Дверь заблокирована. Вернуться назад, к сожалению, мы не можем. И почему-то я слышу отсюда писк настенной мины. И, то есть, через всю карту я слышу, как она пищит. Ну, нафига я так сделано? Взламываем снова замок. Здесь он двухступенчатый. Все, взламываем, свет не горит. Открываем дверь. Гром и молнии, ребята. Будьте внимательны и аккуратнее. Еще один сюжетный диалог. Машинка уехала. Машинка уехала. Должен произойти еще диалог. No, he's fine. I'm sure. He looked confident, strong. Then why ask for help? We're a small nation at war with a big one. We need allies. We might already have them. I don't know. I'm nervous. Keep it to yourself. As long as we have Sedano, we'll be fine. Сейчас отвернулся, бутылка под ногами. Пойдем за ним. Спрячемся вот здесь. Да, кстати, дождь прекратился. Вы заметили? Дождя нет здесь. Гром есть, но дождя нет. Не знаю, что, забыли добавить, что ли? Или вообще забыли про такую фишку, как дождь? Ну ладно, ничего страшного. Ну, в общем, нет. Очень стрёмно, очень хреново. Так, вот во время грома мы видны как на ладони. И этот чувак во время... То есть работал анимацию, он нас не спалил. Это здорово. Так, теперь я его долбану. Что у него в сумочке? Камера липучка. Вот это сюрприз. Так, ладно. Видимо, решили дать нам подарочки. И вот, собственно, они... Ребята тут вспомнили, что разработчики, собственно, сделали подарочки нам здесь. Два аэродинамических кольца. Аэродемонических. Дымовая граната здесь есть, то есть камера липучка где-то была тоже в этом месте, они решили добавить ее просто ко врагу. Бутылка, только вот фигня еще такая, в следующем. Добавить добавили, но часть окружения, часть ламп, возможно, и их можно было уничтожить. И это как бы, то есть они сделали часть уничтожить можно, часть нельзя, часть добавили того, чего есть. А сейчас часть убрали. Здесь нет патронов. И вот, смотрите. Это единственный случай, где встречается вам настенная мина. Больше ее нигде нет в этой игре. Упс. Меня вот тут уже спалили. Но на три полоски с такого расстояния это не срабатывает. Потому что, ну, это же PlayStation Portable, ребят. PlayStation Portable. Давайте, собственно, я подойду к ним поближе. Что, собственно, терять. Так, хорошо, одного загасил. Теперь дело за вторым. Готов. Так, ну... Вот эта вот лампа горит, ее можно уничтожить. Так, кстати, возьму я пистолет. Но эти лампы, которые горят, нельзя уничтожить. Хотя в оригинальной Пандоре Туморо их можно было все уничтожить. Но здесь больше нечего делать, там забор. Невозможно пройти дальше. Больше здесь ничего нет. Спускаемся вниз. Так, спускаемся вниз. Как можно вот так вот поближе к этому начало. Вот с такого расстояния камера нас не видит. И мы ее вырубаем. Да, кстати, пистолетом здесь можно вырубить только камеру. То есть глушитель камер встроен в пистолет. То есть можно вырубить камеру. Но на этом все заканчивается. То есть не... вот эти вот, собственно, светильники вырубить нельзя. Просто нельзя и все. Не срабатывает. Да-да-да, ты что-то слышишь. Так, собственно, идет к нам. Сейчас мы его тут долбанем. По роже. Ну или так, по шее сзади. Что у него здесь? Патроны для пистолета, ребят.
патроны для пистолета, здорово. То есть, видите, пистолет не срабатывает на этот пулемет. Ладно, пойдем дальше. Так, что у нас тут? Тут у нас камера, и нужно прицеливаться, иначе все впустую. Так, сработало. Что дальше у нас? Так, ну тут ничего такого нет особенного. Так, у нас тут какой-то чувак стоит. Надо его тоже как-то приманить, выманить, что ли, я не знаю. Пока камера еще не переключилась, я приманю его. Так, теперь я должен вырубить эту камеру несчастную. О, здорово, слушай, здорово получилось. Нормально. Так, ну что, еще раз? Да, то есть, когда заряд истекает, камера тоже перестает двигаться. То есть, как-то вот так. Пистолет странный, если честно. Не до конца, да, проработан. Ну, на этом вторая часть нашей миссии завершается. Переходим к следующему этапу. Thank you.